Не смогли мы доехать в лес, потому что там, ну, совсем уж страшно ехать. Деревья поваленные. Поэтому мы приехали, где лосось. Своего лосося вон выгулить. Но здесь тоже, кстати, снег. В прошлом году здесь снега не было. Осечка все метит. Нравится осечке такая погода. Никакая игрушка не нужна. Главное, чтобы был снег. Да, Оскар? Снег, огонь. Оскар у нас одежду не одевает, потому что не любит почему-то. Вот ему в жару очень жарко, он жару не любит гулять. А зимой, скажи, Оскар, я готов гулять хоть целый день. Такой у нас зимний пес, хотя и так и не скажешь. Мангал в снегу. Шашлыки не пожаришь. Смотрите, какой здесь. Прям воды много в этом году. В прошлом году столько не было зимой. Мы приезжали сюда. Прям много воды. Мы хотим снеговика слепить, а Оскар все ломает. Не дает. Он говорит, зачем вам? У вас и есть я. Зачем вам какой-то там снеговик? А что ты что делаешь? Прям по кайфу. Вот смотрите, я его чуть-чуть придержу. Да? А вот смотрите, если хотите, чтобы Регину созлить, надо просто отпустить Оскара. Помогатор. Помогатор. Ну давай. Что? Давай мне помогать. Ну, помогатор. Не складывай ты снег. Снег не для этого, да, Оскар? Умейте кайфовать. Что с тобой? Гады как сделал. Просто Чак Норрис. Я вся промокла. Я тоже промок весь. Все, мы поехали домой. Когда ему скучно стало, да? И один спать не буду на кровати. Нежный песик. Всем доброе морозное вашингтонское утро. У нас вот так все холодно, минус 10. Больше я даже и думать не думаю брать, потому что, ну, совсем на заднем приводе на летней резине не хочется ездить на додже. Я думаю, я даже сюда, может, и не заеду. Вот, с Регинчиком взял дрон, потому что вроде ветра нету, шторм закончился. Поедем, погуляем. Хонда у нас на зимней резине, ну, на внесезонке. Да, и на полном приводе, поэтому, в принципе, должны ехать. Вот, так что едем, смотрим, как выглядит Вашингтон в зимнюю пору. Ну что? Такую снежную пору, Регина Сергеевна, нужно искать Йети. А найдем мы Йети или не найдем, так что вы посмотрите. Снежные горы, снежное все. Ну, в принципе, это растает через 2 дня. I'm
Масштабненько. В очочах, но холодно. Мы остановились. Ну, короче, ничего не работает. Везде все перекрыто. Ну, я думаю, потому что ветер прямо реально с ног сносит. Если вы посмотрите на деревья, то мы ехали, где-то что-то оборвано. Ветер очень сильный, страшный, машину бросает. Не знаю, как фуры. Ну, фуры, наверное, поэтому и валяются в кюветах. Мы приехали. Посмотрите, какие красивые горы. Да, здесь машинка работает. Мы вот приехали в парк смотреть на снежного человека, искать. Так что мы должны их найти. Нам эту локацию подсказали Женя и Саша. Спасибо. Да, спасибо. Солнце светит прямо в глаз. Нифига себе загар. Так что вот так. Хондочку мы поставили. Хондочка вся в соли, пока мы доехали. Так что нужно будет не забыть ее помыть перед тем, как дом поставить, чтобы не гнила. Первые снежные люди, и это не мы. Говорят, здорово, алоха, Регина Сергеевна. Сейчас меня ждет остановка. Когда кто их из этого холода заберет? У нас все-таки буря вот пришла. Холодно. Продувает, ветер сильный. Но мы решили не сидеть дома. Работы нету, потому что такая погода. И на траке нашем заднеприводном мы никуда не поедем. Да не доедем. Вот. Так что гуляем. Если это можно так назвать. Какой же там. Hello. От семьи Бигфутов. Мы, кстати, нашли следы Бигфута, если идешь. Видите, под снегом прям следы, кто-то шел. А кто шел? Вон за деревом. И вон он, за деревом, на подкрадулях своих, смотрите. Идет, идет, подкрадули. И подкрался. Блин, парк классный. Здесь, конечно, можно приехать с семьей потусовать. Есть вот столики всякие. Йети на подкрадулях. Ой, Регинчик обошла, даже не заметил. Вот, улыбается такой. Он говорит, а это вот его размерчик. Ну, мы уже видели их. Ну, здесь вообще мы такого вот нашли. Забавно. Он говорит, сижу, наблюдаю. Смотрящий. Короче, парк прикольный. Ссылочка в описании. Кому интересно, здесь и хочет посидеть. Ну, наверное, лучше, когда тепло, потому что сейчас холодно, прям холодно-холодно. Хоть у нас и теплые вещи, теплые штаны, все теплое, но холодновато, продувает. Мы припарковали, смотрите на этого клоуна. Просто здоровый трак. У него там дохуище места, но, как всегда. Так что, дебилы,
Этот вообще конченый. Что один, что второй. Два петушара. Ну, здесь Америка. Для них есть тоже место. Мы приехали. Я приближу этот шикарный водопад. Смотрите, как классно. Это место зимой смотрится абсолютно по-новому. Да. Ссылочка, кстати, на место в описании. Этот мост. Смотри, свет уже, вода пошла. Видишь? Да. Все сюда идет. А до этого, куда он впадал? Сама нам приходят посылочки. Знаете какие? Смотрите, что пришло. А для чего это? Скоро узнаете. У нас, смотрите, какая идиллия. Осечка. Регинчик. Тоже Уискар номер два. Регинчик говорит, что нужна вторая собака. Скажи, минимально разве? Есть у нас камин. Красота. Хоть за окном и снег, но у нас тепло. Да.
Thank you.